Терроризм не дремлет. Прямое подтверждение тому недавний взрыв автобуса в Волгограде. А несколько дней назад телеканал Russia Today сообщил о проведении силовиками успешной спецоперации в Хасавюрте, где ликвидировали двух боевиков и уничтожили целую мастерскую по изготовлению поясов смертников. На месте была обнаружена экстремистская литература, женские парики и несколько автомобильных номеров, в том числе с 37-м регионом. Предполагают, что среди прочих был запланирован теракт и в Ивановской области. Непростую ситуацию в стране обсудили на заседании антитеррористической комиссии в региональном правительстве. По информации спецслужб, в преддверии Сочинской олимпиады боевики активизировали вербовочную работу. Чаще всего исполнителями их преступного умысла становятся студенты или люди с неустойчивой психикой. Самодельные взрывные устройства террористы приводят в действие, как правило, в общественном транспорте. О безопасности пассажирских перевозок в Ивановской области члены антитеррористической комиссии поговорили без участия средств массовой информации.